Ну чё, ребятушки, снова всем привет, с вами, как всегда, Юрий Кут, мы играем в игрушку A Story About My Uncle, и мы продолжаем снова свой путь. Очень хорошая музычка играет, красивое место мы выбрали для сохранения, но, конечно же, посмотрим. В прошлой серии у нас были небольшие неувязочки с цветочками, но я, собственно, понял, как это работает, мы осветили себе путь, и по пещерам, конечно же, выбрались. Как я уже говорил, я не знаю, где здесь находится концовка, но сейчас будем проверять. Ребятки, если вам нравится игрушенция, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте про второй канал, который теперь есть, и на нем будут выходить все последующие стримы. Да, друзья, я решил это все дело разделить. Те, кто был на стриме по Mad Max, они уже знают. Те, кто не был, доношу сейчас. Ну и еще в последующих видео, конечно же, я буду об этом говорить. Давайте продолжать, друзья. Продолжил, прыгнул. Прыгнул, ёпте. Так, хорошо, что если я... прыгну на беседку вот таким вот образом. Хорошо, 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 ребят, летим. Летим, 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 отлично. Очень быстро как-то это все работает. Я прям даже не знаю, почему так все происходит, но окей. Летим, падаем, хорошо. Все чудесно, друзья. Так, следующий камень у нас находится где-то здесь. Я надеюсь, что я... Да, я успел. Все отлично. Че это у нас тут лежит? Я думал, это можно взять, но нифига подобного. Ну, хорошо. Нет, я все-таки отпустил кнопку, почему-то побоялся. Ну ладно, будем пробираться тогда дальше. Тихо, 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 спокойненько. Так, вот сюда. Здесь нужно сделать разбежечку. Какие-то прям, я не знаю, как можно было попасть на этот камень для того, чтобы что-то на нем делать. Это как минимум странно, друзья. Так, сюда. Сюда. И вот сюда. А, не успеваю, не успеваю я, ребят. Тут нужно сделать как-то разбежку очень грамотно. Дело в том, что это все под таким, знаете, углом закрученным. И может быть у нас получится, а может быть и не получится. Хорошо, летим. Летим. Летим, 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 летим. Хорошо, отлично, все. Все у нас с вами в порядке. Так, здесь, наверное, нужно будет подпрыгнуть. Ну, конечно же, куда же без этого. На протяжении всего пути я повидал много парящих каменных глыб, но здесь они были намного больше. Некоторые были настолько огромными, что на них уместились бы целые поселения. Но как такое возможно? Может быть, это было как-то связано с кристаллами, которые, казалось, были повсюду. Так, что здесь у нас? Дупло! Но оно нам не интересно. Тогда просто пойдем дальше. Так, ребят, здесь есть какая-то мельница. Слушайте, наверное, по этой мельнице нам нужно будет как-то пробираться. А других вариантов я не вижу. Ну, давайте пробовать. Все равно других вариантов нет. Собственно, сначала сюда. А, смотрите, наверх. Наверху есть глыба. Вот так. Вот так. А-па-па-па-па-па-па. Нужно было просто подпрыгнуть. Нужно было, друзья, просто подпрыгнуть. Ладно. Подпрыгнуть выше имеется в виду. Сейчас будем разбираться. Давай сначала сюда. Сюда. И вот сюда. Хорошо, я не знаю, правильно ли я сделал, но внизу у нас, кажется, есть пещера. Вот если вот так вот аккуратненько спуститься. В принципе, два камня мы всего задействовали. Это достаточно неплохо. Здесь у нас есть вот такая вот штука. Сюда. Теперь сюда. И вот сюда. Хорошо. Если верить легендам, цивилизация отступников была моложе поселенцев. О, ребята, вот здесь будет все очень интересно. Однако они сделали большие успехи. Они соорудили машины, питающиеся от кристаллов. Создали собственные фабрики. А их дома были построены из кирпичей и камней. Выглядело так, как будто цивилизация сформировалась у меня на глазах. О, как интересно. Слушайте, но здесь нужно, видимо, лететь... только через мельницу, да? Я так понимаю, что абсолютно к любой лопасти я могу прицепиться. И вот мы посмотрим, получится ли у нас это сделать или нет. Что если я вот так вот сделаю разбежку сюда? Нет, 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 я должен был, я должен был. Нужно, видимо, дождаться. То есть, в принципе, опять же, говорю, что мы можем прилететь абсолютно... к любому
Винту, да что ты будешь делать? Да, смотрите, у нас все получилось. Значит, вот эти вот менки, я выяснил, это оказывается у нас наш дядюшка. Он тоже пробирался при помощи вот такой вот перчатки. Ну и, собственно говоря, это его следы. Но это не значит, что... Хорошо, держимся, смотрите, держимся. Все у нас с вами пока получается. Держимся. Я вижу верхнюю вот такую вот штукенцию. Мы можем зацепиться за нее. Да. Давай, давай, давай. Нет, нет, ну так все хорошо начиналось-то, а. То есть нужно было просто пролететь. Ладно, сейчас будем разбираться, как это все у нас будет выглядеть. Угу. Сюда. Летим. Рано, 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 друзья. Короче, да, есть некоторые трудности у меня с этим. Я знаю, что люди говорили, типа, почему ты так долго стоишь на одном месте, и это нужно быстрее, типа, делать. Я не знаю, куда можно быстрее. Я пытаюсь приноровиться просто ко всему этому процессу. Но окей, держимся. Пока держимся, друзья. Мне бы встать на какой-нибудь камешек. Вот он мешает, сучка, он мешает. Это хорошо, 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 друзья. Вот здесь вот у нас все и получилось. Ну, то есть не так уж и долго. Здесь нет никаких секретиков. Так, наверх. В припрыжечку, хорошо. Просто идем дальше. Так, здесь нужно быть очень осторожным. Хорошо, ребят, смотрите, здесь какие-то механизмы стоят. Но... Ничего себе! Блин, я забыл, что у меня наверху все это время сидело безумное безумие. Безумное безумие. Мэдди. Так, куда же дальше идти-то? Вот здесь вот и непонятно. Наверное, просто нужно наверх куда-нибудь. А, мне нужно с этим взаимодействовать. Почему они не используют кристаллы в деревне? Неужели у них нет ни одного? У них есть несколько, но они никогда не пользовались ими. Жители деревни думали, что кристаллы были священными, что они источник жизни и не должны служить ресурсом. Подожди, но разве Фред не использовал их? Да, для питания его батарей, я думаю, он был исключением. А отступники, наоборот, добывали кристаллы и использовали их для своих механизмов и украшений. Они тоже восхваляли кристаллы, просто немножко по-другому. О как, видите, друзья? Вот такая вот разница у нас в эпизодах. Так, а смогу ли я подпрыгнуть теперь повыше? Вот это очень интересный вопрос. Там есть, смотрите, какая-то штука. Я не знаю, правильно ли я иду, но... Наверное, я как-то мог обойти по-другому, но я выбрал вот такой вот путь. Хорошо, хорошо, друзья, здесь у нас... Концовка, ну что делать дальше? Вот сюда идти, да, нужно? Сюда. Давай, 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 держись, братишка, держись! Ай, твою мать, ну видите, как получается, я застрял. Я просто застрял и, естественно, упал. Ну ладно, у нас точка здесь недалеко. Сейчас будем пытаться это все дело сделать. Здесь нужно повыше подпрыгнуть, конечно же. Вот так вот, летим дальше. Давай, 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 ну не падай. Ну что ты будешь делать? Знаете, что я делаю неправильно? Мне нужно за верх арки цепляться. Не за землю, а именно за верх арки. Тогда, наверное, у нас все с вами получится. Так, запрыгиваем вот сюда. Летим вниз. Летим, 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 летим. Вот так отпускаем и за верх арки. Вот так, друзья. Вот теперь у нас все получается. Нужно было делать это сразу. А здесь есть еще один очень интересный момент. Ну, их много здесь таких моментов, но нужно как-то, я даже не знаю, разбежечка. А, я два потратил, какого хрена? Я два потратил, я потратил два, друзья. Эй, давай поиграем в игру. Бьюсь об заклад, что ты не пройдешь этот участок без силового крюка. Ха-ха, сучка, вот прям подловила меня. Ну ладно, сейчас будем разбираться, что за игру она там затеяла. Хорошо. Разгончик и погнали. Я не буду с ней играть в игру. На самом деле это очень тяжело.
Мне во всяком случае. Так, и вот теперь аккуратненько приспускаемся. Порядочек. Следующая точка. Что делать дальше? Дальше все то же самое. То же самое, что мы делали всегда, друзья. Сюда. Вот сюда и вот сюда. Короче, она надо мной поржала, типа. Да ладно, ну что ты будешь делать? Очень тяжело, здесь очень тяжелые уступы на самом деле, но... Я же говорила, говоришь, ты не справишься. Ну, конечно, ты мне говорила. Так, теперь прыгаем сюда. Ну а дальше по камушкам. По камушкам, ребятки. По камушкам. Отлично. Так, следующий у нас где-то там. То есть я могу при помощи вот этой штуки пробить себе путь. Так, спускаемся вниз. Что у нас там внизу вообще находится? Прямо вот в самом низу. Есть какое-то... Блин, там, наверное, секретик есть. А я вот... Чё-то очкую я туда заходить. О, да ладно. Но это глупо. Это было глупо. Это было очень глупо. То есть получается, что я могу разогнаться. И там есть камень еще один. То есть в принципе, наверное, могло бы получиться. Давайте пробуем. Он далеко, он очень далеко, ребят. Нет, нифига, первый есть. Давай, цепляйся, ёпте. Хорошо. Ну как хорошо? Хорошо, да не очень, видите? Как интересно получается. То есть нужно было через мельницу просто пройти, и тогда бы у нас с вами все получилось. Хорошо. Так меня тоже, в принципе, все устраивает. Но здесь стоит мельница, через которую нужно пролететь. Как-то вот... Как-то, ну, совсем по-крутому. Но у нас есть еще какой-то камень. Но я туда не смогу пробраться, ребят. Я не смогу ничего сделать. Нужно лететь дальше. А, значит, пропрыгивать через мельницу. Потом пропрыгивать... Вон там есть камень. Блин, ну это трудно будет. Это будет трудно, друзья. Ай, да ладно, ну что ж ты будешь делать? Я вот нажал на кнопку, он схватился, а потом... Так, подъемчик, подъемчик, подъемчик. И вот сюда, порядочек, хорошо. Ребят, здесь очень тяжело. Это очень тяжелое место. Ну давай, 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 братишка. Хорошо, я вот так вот подержусь. Меня поднимает, меня поднимает. Главное, не отпускайся, я очень тебя прошу. У меня есть еще один захват. Всего один захват. Вот здесь вот мы с вами падаем. Ай-яй-яй-яй-яй, как рядышком я был. Как я рядышком был. Ребят, ну принцип в принципе понятен, поэтому я, наверное, этот момент пропущу, чтобы не тянуть время. Я не знаю, сколько у меня будет попыток. Мы с вами продолжим уже тогда, когда я буду на том камне, на котором нам нужно. Да, ребят, у нас все получилось. О, что это? Смотри, ботинки, ты можешь их надеть. О, какие, блядь, ботинки. Улучши свой костюм. То есть я смогу тогда прыгать лучше. Он выглядит мощным, верно? Какие ботинки? Где ты видишь ботинки? Нихера у тебя зрение, слушай. Какие ботинки вообще? Где-то в ящиках каких-то, да? Это точно не ботинки, какие-то шестеренки, камни здесь валяются. Ага, вот они, ботинки. Хорошо, давайте оденем. Короче, кстати, прикол с мельницами. Я там перепрыгнул сразу на остров, а не через камень. С этим дополнением костюм стал как минимум на 20% круче. Хорошо, это значит, что мы можем прыгать лучше. Лучше и дальше. Вопрос только в том... Нажмите пробел в воздухе, чтобы использовать реактивные ботинки. Чё-то мне кажется, это не очень будет работать.
Хорошо, 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 прям отлично, но я не могу зацепиться даже при таком условии. Это было потрясно. Не знаю, как объяснить чувство, с которым несешься по воздуху, словно пуля. И падаешь, блядь. Так быстро, что слезятся глаза, в животе полно бабочек. Давайте, наверное, знаете, как сделаем? Я подпрыгну наверх. Я не могу достать, ребят. Я не могу достать этот блядский камень, но это как минимум странно. Вот, хорошо, я могу разбежаться. Хорошо. Так, в принципе, тоже пойдет. Получается, получается, но нужно приноровиться к этому всему делу. Что у нас здесь есть интересного? Какие-то мостики, всякая фигня. Хорошо, просто идем дальше. Не будем здесь задерживаться. Мир, конечно, прекрасный, но... Давай, давай, давай! Хорошо, 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 приземляемся. Я даже с первого раза это прошел. Офигеть просто, друзья. А вот здесь уже, конечно, будет, наверное, посложнее, я так думаю. Значит, здесь я могу... подпрыгнуть вот таким вот образом. Ах, сука, но это сложно. Это очень сложно. Там еще есть боковой какой-то камень, ребят. Так, летим вверх. Давай, 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 ты успеешь допрыгнуть, и вот же ж могло бы получиться, ёпте, почему? Почему у меня так все плохо? Продлевайте большее расстояние, используя ботинки позже и целясь над платформой. Ну, как бы я понимаю, что это логично, друзья, но... не работает это так, ребят. Не работает, ботинки просто не долетают. К моему огромному сожалению. Хорошо, я могу сделать вот так. И подпрыгнуть. Ну, в принципе, так тоже засчитывается. Я не против, ребят. Ну, хорошо, пусть будет так. Значит, если зацепиться крюком снизу, то получится так, что тебя типа выносит наверх, как бы вот силой. Давай, блядь. А, у меня все закончилось. Хорошо, здесь нужно понять, в какую сторону вообще лететь. Ну, наверное, нужно было лететь к этой самой двери. Обогнуть камень вокруг. Хорошо, меня устраивает такой расклад, друзья. Я бы хотела делать такие штуки с кристаллами. Просто подумай о их возможностях. Все машины питаются от них. Едва ли я могу в это поверить. Так, что дальше делать? Здесь нужно... О, вот это сложно. Хорошо, 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 контрольная точка, отлично, друзья, у нас все с вами получается, но что делать дальше? Может быть, на этот камень? Нихера не на этот камень, ребят. Нет, все не так. Может быть, наверх тогда? У нас стрелка стоит на этот камень. Давайте сделаем, попробуем, просто попробуем. Давай, 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 вытаскивай силой, вот этой вот силой, силой. Отлично, я не знаю, нафига я пришел на этот камень, но я почему-то падаю. Так, здесь нужно просто сделать прыжок наверх. Я в каких-то, блядь, текстурах. Ну ладно, ребят. Раз тут по-другому не получается, будем идти по этим текстурам. Слушайте, ну наверняка есть какой-то...
Какой-то подвох здесь есть. Хорошо, хорошо, так тоже, в принципе, неплохо, мне нравится. Где-то внизу, наверное, есть какая-то пещера, ребят. Где-то внизу есть какая-то пещера. Короче, я застрял, я не знаю почему, но идти нам нужно дальше, видимо. Давайте пробовать. Так, здесь меня закрепило, я летю, 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 вот так вот, летю. Давай, 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 давай. Хорошо, так, в принципе, тоже. Ну, я же зацепился, блин. У меня не хватает. Я потратил зря тупо одну штуку. Один заряд. Это очень плохо. И вот здесь вот, сука, все снова. Сначала нужно начинать. Это как минимум странно. Очень далеко у нас наша эта штучка. Тяжело, ребят, очень тяжело. Я прекрасно понимаю, куда мне нужно. Я знаю, куда мне нужно, но здесь крайне проблематично это сделать. Ребят, в общем, я выберусь из этой жопы, мы продолжим дальше, потому что наверняка это будет очень долго. Так, ребятушки, я все прошел, и прошел я это очень интересным образом. Я вам сейчас расскажу, как именно. Значит, есть две мельницы, которые красным цветом у нас покрашены. По ним я, собственно говоря, нормально переполз. А вот та, которая стоит у нас уже не параллельно этим мостикам, а перпендикулярно, я даже постоял на лопасти, подзарядил свой заряд, и тогда уже при помощи ботинков поднялся в воздух. При помощи ботинок поднялся в воздух и уже тогда зацепился за этот самый порт вот здесь, который есть. Вот эти вот, ну, не знаю, похоже почему-то на порт. Какие-то, знаете, как у пристани есть вот такие вот мостики. Может быть, сюда какие-нибудь воздушные корабли приспускаются. Хотя не факт, конечно же, но не знаю, почему-то мне это очень сильно напомнило порт. Так, здесь, наверное, мы с вами вот так вот подпрыгнем. Ну, это очень легкий участок, можно было бы здесь, конечно, без всяких проблем проходить. Но мне все дается тяжело, друзья. Тихо, 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 держись. Да, ребят, участок хоть и легкий, но проблемы, конечно же, есть. Проблемы, конечно же, есть. То есть я могу вот так это сделать. Подъем. Подъем. Давай, 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 прыгай, падай. Я не знаю, это очень сложно, друзья. Это очень сложно. Так, мне теперь нужно куда-нибудь туда, наверное, полететь. Слушайте, вот там вот можно на низ упасть, конечно, на вот этот камень. Но я не уверен. Слушайте, там мельницы, отсюда мы прошли. Давайте пробовать, почему нет, собственно говоря. Хорошо, вот так вот. Контрольная точка, это самое главное. Это все, что нам нужно. Пробираемся дальше. Летим. Летим. Летим! Давай, 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 ты сумеешь. Нет, ребят, снова порты. Вот эти вот мостики, напоминающие пристань. И здесь очень тяжело, очень тяжело. Чё тебя типает? Я сам боюсь, ёпте. Погнали. А я не смогу, да, обмануть систему и добраться через один. Получается, чтобы на один было, ну, было бы классно, на самом деле. Пролетаем. Пролетаем и... Пожалуйста, пожалуйста, ну это же, блядь, так просто. Не заставляй меня страдать, игра. Я хочу наслаждаться игрой. Я хочу наслаждаться, а не заниматься... Нет, ребят, я просто не долетаю. Я не знаю, как здесь быть. Я бы мог обмануть систему. Я бы мог обмануть систему. Может быть, знаете как? Я могу попробовать еще следующим образом. Долететь сначала до вот этого камня при помощи ботинок.
Да, вот так. Вот так. И здесь... И здесь должны были включиться ботинки, но они какого-то хера не включились. Но, в принципе, эта система, она как бы работает, друзья. Я могу долететь до вот этого камушка, пролететь дальше. Ребят, снова мне придется отключаться, делать это без вас, потому что не знаю, сколько это будет попыток. Вернемся уже тогда, когда будем на том блядском острове. Отлично, у меня все получилось. Я даже это было недолго. Хочу сам поприветствовать этих людей. Пусти меня! Ну давай, слазь, я не знаю, где ты там, куда тебя спустить. Это было сразу понятно, что у нас все получится. Я отключился и, собственно говоря, уже когда приземлился, сразу включил запись. Но, ребят, честно говоря, тут попыток нужно очень много для того, чтобы все это проходить. Мы находимся в какой-то новой деревне. Мне с тобой нужно разговаривать. Мэдди, ау. Привет, ребята, я Мэдди из деревни, а это мой друг. Он ищет Фреда. Удивительно, раньше я никогда не видел никого из пещеры. Меня зовут Арвин. Это Инга, а это Тамия. Добро пожаловать к тусовке звездного убежища. Так что там в деревне? В деревне неплохо, но не так, как здесь. У нас нет машин и кристаллов. У нас запрещено их использование. Это правда, кристаллы наш главный источник силы. Жизнь в деревне должно быть примитивной. Или лучше сказать простой. Ну, все не так плохо. Вообще-то я сама проводила секретные эксперименты с кристаллами. Полюбуйтесь на эту лампу. Ну-ка, я тоже хочу посмотреть. Ты сделала это? Потрясающе! Я не смог бы это сделать, даже если бы кто-то меня научил. Ты одаренная девушка. Уверена, что мы найдем множество тем для разговора. Ну, не знаю, как долго я смогу здесь остаться. Мы с моим другом разыскиваем Фреда. Вы его видели? Конечно. Старик прошел здесь несколько дней назад. Мы научили его, как использовать энергию кристалла. Он направлялся вниз, к сердцу гор. Тебе придется пройти ледяную пещеру, чтобы добраться туда. Так что я не пойду. Есть дирижабль, направляющийся к ледяной реке. Он пришвартован недалеко отсюда. Просто иди по дороге к горе, и ты не пропустишь его. Ага, удачи. Спасибо, пока, ребята. Мне просто нужно идти за тобой, видимо, да? Хорошо. Я как бы и не против. Господи, ну и походон у тебя, девчуля. Это выглядит как минимум странно. То есть, да, видите, ребят, к этим мостикам у нас пришвартовываются воздушные суда, типа такие, как дирижабль. Чё ты, блядь, орёшь, где ты там? А, то есть ты должна была на меня залезть. Эти ребята были такими любезными. Они посчитали нас странными, хотя мы и прибыли из деревни. Они были вежливы, и их впечатлила штука, которую я сделала. Хочу, чтобы все люди были такими. Я тоже хочу, чтобы все люди были такими хорошими, добрыми и все в таком же духе. Но, увы, это невозможно. Мир жесток, твою мать. Так, хорошо, я смог залезть сюда. Здесь подушечки, можно было бы, конечно, посидеть. Но мы, увы, этого делать не будем. Слушайте, здесь снова такой же камень, наподобие того, который был. Нет! Нет, нет, нет. Как вы здесь передвигаетесь? Ну это же невозможно, ёпте. Это очень сложно. Это очень сложно. Далеко друг от друга находятся контрольные точки, но... Ну ладно, попробуем чего-то сделать. Слушайте, а ведь можно было бы вообще не сюда идти, а в эту сторону, наоборот. Давайте попробуем, слушайте. Я думаю, у нас все с вами получится. Да, 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 отлично. Так, идем дальше, идем дальше. Этот камень нужно было огибать просто с другой какой-то стороны. Отлично, отлично, я вижу контрольную точку. Я вижу контрольную точку, порядочек. Так, здесь снова разбежечка. Главное не упасть. Так, сюда залетаем в пещерку вот таким вот образом. И... А, ну тут по идее должно быть все просто. Хорошо, мы находимся еще в каком-то поселении.
Ну, это все поселение, просто оно разбросано по камням. Вот кирку было бы неплохо, кстати, взять. Но, увы и ах, мне, видимо, не положено держать это в руках. Смогу ли я сразу перепрыгнуть через этот камень? Чисто в теории, как будто бы и да, но нет. Нет, нет, да, да, да. Отлично, все получается, ребят. Так, следующая точка у нас указывает, что нужно идти куда-то сюда. Мэдди некоторое время молчала. Казалось, она крепко о чем-то задумалась. Все? Поговорили? Слушайте, ну контрольная точка у нас указывала сюда. Именно сюда. Все правильно? Стрелка у нас указывает прямо. Что если... Мельница! Снова мать их мельницы! Но это очень сложно, ребят. Вы только посмотрите. Это невероятное говно. Я даже не смог допрыгнуть. Это тяжело, ребят. Ладно, попробуем сейчас эту мельницу пройти. Давай, вот так, я за нее зацепился. Хорошо, аккуратненько, не нужно меня бить под задницу. Не нужно меня бить под задницу. Так, улетаем сейчас сюда. Давай, 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 ну вот же ж ты можешь. Хорошо, один есть. Слушайте, и вот там вот нужно с разгону. Сейчас мы будем лететь с вами. Сука, как же это тяжело! Как же это тяжело! Я не знаю, почему так происходит. Но это сложно, ребят. Это сложно. Это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Нужно очень сильно приспособиться. Видите, вот я лечу вниз. Почему-то блядская перчатка, она не работает. И ведь, казалось бы, красивая музыка, сказка, красивая для детей. Но это невероятное дерьмо. Я зацепился. Все хорошо. Летим, летим. Я вижу дирижабль, он находится совсем рядом, недалеко от меня, ребят. Фу, бля, ща будет, сейчас все будет, ребятки. Хорошо, зацепился, я не использовал даже реактивные ботинки, это очень радует, это очень радует. Мы просто летим дальше, вот здесь нужно использовать наши реактивные ботинки. Я вижу... Я вижу, вижу, вижу. Сука. Ребят, встретимся, когда я это пройду. Да, ребят, все у нас получилось. Практически сразу. Как всегда, стоит только остановить, и всегда все получается. Так, тут у нас есть дирижабль. Но что делать? Контрольная точка, слава богу, хотя бы здесь у нас находится. Главное, сука, не падай. Это будет очень тяжело. Так, здесь нужно сделать что? Зацепиться за дирижабль, что ли? И вот так вот на него залезть? Да, у нас все с вами получилось, но... Но что дальше-то делать? Ведь... Явно есть какой-то подвох, друзья. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Спокойненько, спокойненько. Я нахожусь на дирижабле. Что дальше делать? Что дальше делать? Я не знаю, друзья. Видимо, нужно как-то его отцепить. Может быть, еще что-то ему сделать. Но эта штука не хочет работать просто так. Ему нужно отцепить ящик, наверное. Давайте попробуем. Я не уверен, правда, что я смогу это сделать. А, его нужно, смотрите, подтянуть, получается. Братан! Он улетел. Он улетел или остался? Я не понял, что это сейчас было. А, я должен просто цепляться за вот такие ящики. Все очень просто, друзья. Нифига. Я уже было начал давиться слюнями, типа лететь на нем. Но ни хрена подобного. Мне нужно лететь на вот таких вот ящичках. И не более того. Все. Здесь стоит, смотрите, второй дирижабль. Наверное, я могу попасть на него. Слушайте, там есть какие-то интересные штучки. Кристаллы, типа, и все такое. Но это не будет работать, мне кажется.
есть ли у нас тут контрольные точки? Я должен понимать, куда мне идти. Дирижабль просто тот летает по кругу. Хорошо, вот она метка. Я должен идти к вот этому дирижаблю. Я правильно понимаю? Мне сесть на него. Там стоит какой-то человек, смотрите. Доброго дня, этот корабль в ледяную пещеру. На вашем месте я выбрал бы другой корабль. Вон тот идет на аванпост. Подожди-ка. Я думала, не знаю, должна ли я идти с тобой дальше. Я имею в виду, я хочу, но... Еще я хочу, ну, остаться здесь. Возможно, это странно, но я просто чувствую, что эти люди полюбили меня и приняли меня такой, какая я есть. Как и ты. Но я хочу остаться и с тобой тоже, чтобы помочь найти Фреда. Я не знаю, чего я хочу больше. Я сказал Мэдлин, что приму любой выбор, какой бы она ни сделала. Я просто никогда до этого не задумывалась, что, может быть, я отправилась с тобой не ради поиска Фреда. Может быть, я просто искала путь наружу, туда, где чувствую себя свободной. Я знаю, что если кто-то и сможет найти Фреда, так это ты. Если ты встретишь его, когда ты встретишь его, скажи ему, чтобы навестил меня, ладно? Я пообещал. Спасибо. Я рада, что познакомилась с тобой. И мне будет тебя не хватать. До свидания, друг. Я попрощался с Мэдди, и у меня возникло ощущение, что я видел ее в последний раз. Но даже в этот печальный момент я был рад за нее. Она наконец нашла свое место. Окей. Братан, может мы полетим с тобой? Влажный воздух напомнил мне о жарких летних вечерах дома. Но солнце уже садилось, и я почувствовал, как повеяло холодком. Братан, впереди ледник, конечно, повеяло холодком. И весь путь, который мы прошли, казалось, возвращает нас в ледниковый период. Зима наступала. Вот такие вот приключения, друзья. Немножко, конечно, было... Скажем так, неудобно в том плане, что перебираться нужно было. Нужно было приспособиться к вот этим вот реактивным ботинкам, но все-таки мы дошли. Мы дошли без щитов, естественно, без всяких там приколов. Все нормально. Мы находимся сейчас в зиме. Но, друзья, это будет уже другая история, и она будет в следующей серии. Я надеюсь, что этот видосик вам понравился. Если это так, подписывайтесь на канал, на второй канал, на котором будут стримы. Не забывайте про группу ВКонтакте. С вами был Юрий Кот. А пока, мои хорошие, всем до новых встреч и до новых видео.